Костанайцы жалуются на неухоженный городской пляж и запущенный водоем. Прибрежная зона заросла тиной, а берег усыпан мусором. Жители в недоумении, почему единственный коммунальный пляж в таком состоянии. Загажено все. Куча вот этой вот полной мусорки, дня три стояли. Видите, какой бардак здесь? Все это мусор, костры здесь жгли, всякие банки валяются. Жители Костанайа не первый год жалуются на ужасное состояние береговой зоны на городском пляже. Но в этом году особенно 30-градусная жара вынуждает людей спасаться от палящего солнца на реке Тобол, но отдыхать приходится посреди мусора. У кромки воды валяются палки и тина. Стоит стойкий запах болота, на берегу окурки, остатки еды и пакеты. Об общественном туалете вблизи этой зоны лучше вообще не говорить. В акимате подтвердили, хозяина у пляжа действительно нет и неизвестно, появится ли вообще. Ранее он был закреплен за парком культуры и отдыха с 2016 года, бесхозный. Сам как бы пляж, то есть где песок, все вот, это за подрядной организацией не закреплено. Также на сегодняшний день получается заключен договор с ТО «Тазалык» 2012, установлены контейнеры, которые регулярно вывозятся. Но опять же, как бы жителями оставляется мусор на, получается, на песке, ну и не доносится до контейнеров.